Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, водам тихим. Не буду нуждаться, ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня, где бы я ни шел, где бы я ни шел. Не убоюсь я зла, твой жезл и твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, где бы я ни шел, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Водам тихим водишь меня.
дождаться. Ты покоишь меня, на значных пажитях. Годом тихим будешь меня. Где бы я ни шел, так дети познают мир вот он через игру, да, через что-то такое, как бы понарошку, но вот так они узнают мир. Я тут недавно тоже думаю, что как-то что обличился, что с детьми мало играю. Я понимаю, что у детей язык любви — это игра. Если ты с ними играешь, значит, ты их любишь. И они всегда: поиграй, папа, поиграй, папа. Папа что-нибудь занят с кем-нибудь, там переписывается, перезванивается, что-то там читает, готовится. Мама, поиграй. А мама занята дома делами, вот у нее работа там. И смотришь, они, а потом удивляешься, они начинают орать, начинают на ушах стоять. Почему? Они внимания требуют, и с ними надо играть. И вот так вот дети растут, растут. Слава Иисусу. Вот эту песню пели, знаете: «Господь, ты пастырь мой». Я эту песню пою, когда у меня, знаешь, вот такое состояние, как будто бы вот в тупик какой-то зашел, какие-то трудности сжимают, там обстоятельства. Я вот эту песню дома пою, что я ни в чем не буду нуждаться. Ты мой пастырь, я хочу идти за тобой. Все, что вокруг, вообще не имеет никакого значения, кроме как ты. Ну и примерно вот об этом сегодня хотелось бы и проповедовать. Это слово касается меня лично. Сегодня я буду проповедовать то, что касается меня лично. Бог пришел ко мне вот на этой неделе и дал это слово. И на самом деле это откровение, знаете, оно нелегкое. И я даже думаю, что не все сегодня смогут вместить то, что я хочу сказать, что Бог хочет сказать. Наверное, есть какой-то уровень духовного состояния, близости с Богом, что под Богом можно принять такие откровения. Но одно хочу попросить: быть внимательными. Пускай, хотя бы попытайтесь понять, не бунтуйте там сразу или еще что-то. Я, если честно, таких проповедей редко слышу. Я смотрю проповеди по интернету, но редко слышу, когда вот об этом проповедуют. Знаете, мы, что любим, когда проповедуют о каком-нибудь успехе, о достатке, о каких-то Божьих благословениях, о том, что Бог сказал: со мной, у меня есть сила, аллилуйя. Там вот как-то вот мы любим об этом слушать проповеди, потому что это как-то вдохновляет, потому что это как-то, может быть, даже нравится нашей плоти, что ли, потому что, что-то получить, что-то, какой-то успех иметь, еще что-то иметь. И вот местописание, я вам сейчас его прочитаю, вы сразу поймете, что не так-то просто вот то, что я хочу сказать, сейчас будет сказать. Потому что
я готовился вчера целый день. Я выбирал слова. Я пытался это как-то, чтобы донести, ну вот, чтобы поняли, какие-то образы нарисовать. Местописание такое, оно неудобное, и обычно люди пропускают это местописание, читая Библию. Это 1 Коринфянам, 7 глава, с 29 стиха. И Павел пишет в Коринф, он говорит: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующие миром сим, как не пользующие, ибо проходит образ мира сего». Как вам такое местописание? Женатые будьте, как не женатые. О чем говорится? Что имеет в виду апостол? Как он, вот что-то, как вот, я женатый, ну как бы, а ты женатый? Ну да, женатый, ну как бы, я не как бы не женатый. А что говорится здесь? Я думал, как-то пытался там как-то, ну и начал молиться, чтобы Бог показал мне. И послание сегодня будет называться «Связанные вечностью». Связанные вечностью. И знаете, интересно, что читая Библию, мы наталкиваемся на местописания, которые мы не понимаем. Очень часто, особенно в начале своего пути с Богом, мы не имеем много знаний, мы читаем какие-то местописания, и мы их не понимаем. Но проходят годы, проходит время, проходят какие-то ситуации, твое сердце меняется, твое мышление меняется, и вдруг местописания начинают открываться тебе как-то вообще по-другому. Ты думаешь, как я раньше вот этого не видел? И Павел здесь говорит в этом месте, он говорит: друзья мои, братья, время коротко, время коротко. То есть вы поймите, что время, вот в других местах написано, время, жизнь человека как пар, являющий нам малое время. Раз — и нет этого пара. Как цвет на траве, раз — и прошла, нету. Вот была, раз — пришла осень, замерзла трава, нет цветов. Все красиво, все пахло, все было классно. Но время проходит, все, нету ничего. И Павел говорит: время коротко. Я так задумался, думаю, ну на самом деле. Я еще, знаете, помню себя мальчишкой. Как мы там гуляли с пацанами там во дворе, там, по стройкам лазили, по колодцам. Так было круто. И сейчас я вот 42 года, борода, дети там, жена. И это же вот недавно было совсем. Ну, как бы оглянись, и все. У людей вот почтенного возраста, они всегда говорят: да я не заметил, как жизнь прошла. Ну, просто раз — и все. И знаешь, вот когда с людьми разговариваешь почтенного возраста, они обычно говорят: вот то, что мы считали когда-то главным, на самом деле ничего это не главное. Мы просто впустую куда-то тратили свои силы, куда-то тратили свою энергию, что-то куда-то вкладывались. И потом проходят годы, и ты с высоты своей жизни смотришь, а это и не важно было вообще. Важно-то другое, другое важно. И время коротко. Но мы люди с вами, мы с вами люди, мы созданы вечными существами. Скажи на это аминь. Мы с вами вечные существа. Представляешь, ты родился — и все, и как бы вечность, вечность. То есть наша жизнь и существование, оно не ограничивается. Павел говорит: время коротко. То есть время дано нам на время. Вечности времени нету. И вот это время коротко, потом будет вечность. То есть будет постоянно, будет навсегда. И наш дом на самом деле, он сегодня не здесь. Наш дом, он не на этой земле. Мы здесь в командировке, друзья. Поймите, мы здесь в командировке. Написано, как пришельцы и странники. Вы как странники. Вы как будто бы откуда-то пришли, и это время моего странствования. Здесь, на этой земле, я странствую. Я не привязываюсь сюда, потому что дом мой на небесах. И я знаю, придет время, когда я окажусь там, и там будет настоящая жизнь, где не будет времени. А здесь время коротко. Сегодня оно есть, завтра оно закончилось. Завтра нету времени. Стрелки на часах остановиться может в любой момент.
Жизнь и смерть в руках Господа. Мы не знаем ничего. Просто стрелка на часах чик и остановилась. И для тебя время закончилось. И так может быть, друзья. И мы сейчас сидим и думаем, ну что ты нам говоришь о том? Еще жить да жить. Я еще молод, я еще молодой. Мне еще там 30-40 лет. Слушай, никто не знает, когда остановятся стрелки на твоих часах. И вот в этот момент станет, знаете, все вообще безразлично. Станет безразлично, что было, в что ты вкладывался, о чем ты мечтал, о чем ты думал. В этот момент будет важно только одно. А я с Богом или нет? Вот в этот момент будет важно только одно. А куда я пойду? А с Богом ли я на данный момент? А во что я вообще вкладывался? И живя временно тут на земле, мы настолько сильно привязываемся к земным вещам. Вот это на самом деле мы люди, мы церковные люди, мы верящие в Бога, мы здесь живем на земле, но мы очень сильно привязываемся к земным вещам. Знаете, что даже церковь люди начинают воспринимать как восполнение земных нужд. Спросишь, а ты зачем в церковь ходишь? Ну как, тут Бог дает мне благословение, у меня тут то-то. У меня вот есть нужда, пустота внутри, я там заполняю. Я там еще, ну ты как будто пришел в церковь, это как какая-то организация, которая должна восполнить твои какие-то духовные нужды. И люди воспринимают церковь, порой бывает вот точно так. Но если посмотреть правде в глаза, друзья, мы увидим, что будучи в церкви, люди страдают порой еще больше, чем не в церкви. Потому что мы здесь живем, здесь гонения нету. Мы посмотрим другие там мусульманские страны, и до сих пор, 21 век, христиан казнят, отрубают им головы. Это не сказки. Посмотри в интернете, как это все происходит. И вот трудности, они никуда не делись. И если ты думаешь, ты пришел в церковь, и все у тебя пройдет, просто в елочку будет, не будет. И Иисус никогда не говорил, что у тебя проблем-то не будет. Он говорил, что я буду с тобой во время этих проблем. Где бы я ни шел, не убоюсь зла. Дальше есть место, такие стихи в этом псалме, что даже если я долиной смертной тени пойду, даже если я окажусь на краю мира, перед пропастью, Господь, я все равно не буду страшиться. Потому что самое главное для меня не то, где я нахожусь, а самое главное, с кем я нахожусь. Если я там с тобой, мне не страшно. Если я там с тобой, я пройду это все, и мне не важно. Это все закончится. Самое главное, держишь ли ты меня за руку или не держишь. Ситуация с семьей. Вот, ну, реальная ситуация. В церкви люди. Детей много. И раз погиб первый ребенок. Погиб, умер. На небо ушел. И смотришь, думаешь, как они сейчас вообще будут? Знаешь, можно поступить по-разному, можно обидеться на Бога. Можно сказать, как так, Бог? Я же в церкви, что творится? Где ты был? Куда ты смотрел? А смотришь на них, парадокс. Они еще больше начинают Богу служить. Они еще больше начинают Богу молиться. И ты смотришь на это и думаешь, как вот что там в сердце у человека? И может по-разному поступить, правда? Но всякое может быть в жизни. Ты приткнешься. А другого, например, кошка умерла. Умерла кошка. 18 лет от роду. Бог, куда ты смотрел? Кошка умерла, Библия не работает. Я же молился за ее исцеление. Я там то-то делал. У меня кошка даже со мной в церковь приходила, десятину бросала, я ей давал. А почему она умерла? Не работает Бог. Куда ты смотрел? Ты начинаешь, Бога проклинает этот человек. Церковь проклинает, уходит. Разные ситуации в жизни бывают. Кто-то реагирует вот так, а кто-то реагирует по-другому. Другой теряет все имущество. Это реальные люди. Вот на моих глазах я знаю много таких. Все имущество, ничего не осталось. Ничего вообще. Ни денег, ни недвижимости. Просто голый. Вот какой есть, такой есть. И смотришь, он не впадает в депрессию. Он начинает, он как-то организовывается, он еще больше начинает Богу служить. Бог дал, Бог взял. Значит, так было надо. Значит, вот если это случилось, значит,
главное – моя душа. Вот все, что вокруг, главное – вот моя душа. А кто-то просто деньги потерял, ну, на улице там, кошелек, да, и начинает проклинать Бога. Бог куда-то смотрел, я же там все делаю, я же тебе служу, в церковь хожу, там в кошельке были 3000 рублей, и ты вот так вот позволил этому случиться. Да какой ты Бог на самом деле? И начинает вот проклинать Бога. И ты смотришь, когда на этой ситуации, и ты начинаешь думать, а в чем секрет? В чем секрет? Почему одни люди, будучи в церкви, вот так поступают? Бывает, проходя очень сложные ситуации. Я бы сам не хотел оказаться в них, но они выходят оттуда победителями. Они, несмотря на то, что происходит, они выходят победителями оттуда. Они, и Бог еще больше их потом благословляет. А другие люди, чуть маленечко что-то пошло не так. Чуть маленечко что-то пошло не по его. Чуть маленечко его представление о Боге оказалось не таким, как оно есть на самом деле. И этот человек приткнулся, ушел из церкви, пошел опять в мир, впал в грех и умер в конце концов. В чем секрет? У одного жена ушла. Он погоревал маленько. Ну, сколько там горевать? Ну, погоревал, ну, ушла жена. Восстановился, женился опять. Живет прекрасно, радуется жизни. Служит Богу, поет ему песни вместе с женой. Другого жена бросил 25 лет назад. И он до сих пор это помнит. Он до сих пор живет в обиде на Бога. Бог, куда ты смотрел? Бог, почему так случилось? Бог, там еще что-то. До сих пор в этом же 25 лет прошло. Он живет в прошлом. А Павел здесь говорит, слушай, опомнитесь, время коротко. Ты 25 лет потратил просто не туда. Ты 25 лет живешь, думая вообще о том, что нельзя изменить. Смысла в этом никакого нет. Есть вещи, которые нельзя изменить. Их надо принимать просто. И все. Почему бывает так? Почему у одного одна реакция, а у другого другая? И апостол тут неспроста написал. Он говорит, женатые, как не женатые. Приобретающие, как не приобретающие. Плачущий, как не плачущий. Пользующийся этим миром, как не пользующий. Вот он говорит, вы такими должны быть. Мир, друзья мои, проходит. Его не будет. Останется земля написана, все дела на ней сгорят. Ничего не останется. Просто пых. Вот все, что мы сейчас строим, там еще что-то, это все сгорит. Церковь построим, и придет время, и церковь сгорит. И квартира твоя сгорит. И машина твоя новая сгорит. В свое время все дела на земле сгорят, так написано в Библии. Придет время, и это случится. И когда ты привязываешь свое счастье к земным вещам, вот мысль вот эта, я пришел к основной мысли. Когда ты привязываешь свое счастье к земным вещам, то когда эти вещи уходят, ты становишься несчастным. Когда ты начинаешь привязывать свое счастье, ну, как свое основание к тому, что ты имеешь. Ну, там, к квартире, там, к машине, к жене, к мужу, к детям, даже, знаешь, к церкви. И когда это раз нету, то все, ты становишься несчастным. И я понимаю, что люди делятся на две категории. Одни любят то, что Бог им дает, и привязываются к этому. А другие любят Бога и привязываются к Нему. В этом вся разница. Одни любят Божье благословение. Он им дал что-то, и они это любят. Они в этом находятся, им в этом хорошо. Они готовы жертвовать ради этого всем, даже самим Богом. Просто ради вот этих благословений. А другие любят Бога и к Нему привязываются. Благословил, хорошо, Бог. Но это мне не важно, не благословишь, я все равно буду тебя любить. Забрал, ничего не важно. Я, если ты забрал, это никак не повлияет. Я привязался к тебе. Я связанный с вечностью. И наше счастье, друзья, заключается в том, к чему мы привязаны. Вот если я привязан к своей семье, вот о чем Павел говорит, если я настолько сильно привязан к своей семье, что это для меня самое главное, я просто,
то когда там какие-то неудачи, проблемы, еще скандалы, меня это вышибает из седла. Я не могу справиться, потому что, мне кажется, мое счастье рушится. Мое счастье рушится на моих глазах, и я не могу с этим справиться. Я впадаю в депрессии. Я начинаю переживать. У меня давление, там еще что-то. И люди приходят в церковь, они влюбляются в Бога. Вспомните вот первые свои ощущения, когда ты пришел и познал, когда Бог тебе первое что-то сказал. Когда ты крещен был Святым Духом, когда ты заговорил на иных языках. Помните вот это чувство, это не передать, это такая любовь. Но потом со временем проходит время, и Бог им начинает что-то давать. У тебя ничего не было. Вот семью на тебе, работу, детей на тебе, машину, квартиру. На тебе, сынок, на. И со временем для тебя вот это, вот эти благословения становятся важнее, чем сам Бог. Когда у тебя ничего не было, проще было Бога любить. Но когда что-то появилось, то об этом надо как-то... И ты думаешь, счастье мое вот в этом, в этих благословениях. И знаешь, я не хочу сейчас сказать, что не надо свою семью любить. Наоборот, в точности наоборот. Семью свою надо любить. Я говорю о том, что я женатый человек. Жена не слышит меня. Но внутри я как не женат. Вот не женатый. Знаешь, потому что, друзья, не секрет, что придет время, когда с самыми дорогими вещами и людьми нам придется расстаться. Однажды тебе придется расстаться со своим мужем. Однажды придется расстаться со своей женой. Однажды придется расстаться со своими детьми, своей работой, своей квартирой, своим огородом. Тебе придется это сделать. Все, что для тебя ценно, тебе однажды придется с этим расстаться. И внутри себя нам надо задать вопрос: а я готов к этому? Или нет? А смогу ли я как-то пережить это? Или нет? И знаете, пребывая в тайной комнате на этой неделе, вот историю расскажу, как это слово родилось. Я молился Богу о церкви, о ее проблемах. Ну, все всякое происходит в церкви. Вы просто многое там не знаете. Вот придете, да придете. А я все почти знаю. А может быть, не все, и слава Богу. Я молился о проблемах в церкви и о том, что мне тяжело смотреть на проблемы, грехи людей в церкви. Но на самом деле тяжело. Вот мне почему-то вот то, что происходит порой у меня в семье, на меня не так влияет, как когда что-то происходит в церкви. Я очень сильно как-то переживаю, очень близко к сердцу это принимаю. И я вот об этом молился. И Бог во время молитвы меня остановил. Он говорит: слушай, вот ты всегда говоришь о себе. О том, что, ну как, о церкви, вот, о том, что ты переживаешь или еще что-то. Это Бог мне говорит. А я говорю, хочу с тобой поговорить сейчас обо мне. Я хочу, чтобы мы с тобой поговорили обо мне. Я так раз, думаю, как, ну на самом деле, мы когда в тайной комнате, о чем мы разговариваем с Богом? О себе. Так и есть, о наших нуждах, о наших переживаниях. А он говорит: подожди, я хочу обо мне поговорить. Со мной никто не разговаривает обо мне. Представьте, с Богом никто не разговаривает о Нем. Мне кажется, у него есть такое вот чувство как-то неудовлетворенности от этого. Потому что, ну, ты спрашивал Бога, как у него дела? Хоть раз в жизни. Как у Бога дела? Или что он чувствует, глядя на грехи людей? Вот ты об этом никогда... Ты говоришь о том, что ты переживаешь. И в духе я услышал вопрос... Ну, я ему говорил о церкви, о всем. И в духе я услышал вопрос: а если церкви не станет, ты будешь меня любить? Вот ты сейчас переживаешь о церкви. А если ее не будет? Ну, мало ли что, гонения пришли, закрыли там еще что-то, люди разошлись там. Ты будешь меня любить? Ты останешься со мной? Или ты скажешь: Бог, куда ты смотрел? Как так получилось? Ты же Бог, это же твоя церковь. Или ты приткнешься, уйдешь, разочаруешься, разлюбишь меня. Я так подумал,
говорю, да, конечно, Бог, я буду любить тебя. Ну, как, неважно там, ну, будет там церковь. Ну, а сам внутри так думаю, что к чему вообще вот он говорит-то? Если не станет церкви, если не станет того предмета, о чем я сейчас переживаю, там, беспокоюсь. Он говорит, а ты останешься со мной? Или для тебя церковь как будто бы важнее, чем я? Вот это я так думаю, что Бог так думал. И я говорю, да, конечно. И дальше вопрос. А если с женой и детьми тебе придется расстаться? Ты останешься со мной? Тут мне вообще жутко стало. Вы знаете, это самый страшный кошмар в моей жизни. Ну как, просто раз и без семьи там остаться. Я отвечаю, да, конечно, Господи, я с тобой буду. А внутри такие переживания, такая боль, страх, мысли. Думаю, зачем он мне это говорит? Может быть, он вдруг он готовит меня, может, к чему-то? Страшно так вообще. Я очень люблю свою семью. Зачем он такие вопросы мне задает? И переживаю, и страдаю. А Бог мне говорит, смотри, еще ничего не произошло. А ты уже страдаешь. А ты уже сейчас страдаешь. То, знаете, жена с сыном на 2 дня уехали в Кемерово, только сегодня вернулись. Так я там извелся весь. Нету дома их, и все, мы с Есенией вдвоем. Жена уехала там с подружкой в суши, там, у нее телефон сел, я весь на нервах. Телефон сел, я ей там пишу, звоню, подружке звоню, и подружка не отвечает. И я переживаю, вдруг что случилось? Он говорит, ты уже страдаешь. У меня дочь 16 лет. И она со мной не живет. Ну как, а это такая же моя дочь, как вот Есения. Ну, не меньше, не больше. Ну, такая же. Вот то же самое, как вот Матвей. Такой же мой ребенок. Было время, я и страдался вообще. Я и страдался от той мысли, что она там, а я тут. Что она не со мной. Я измучился. Я испереживался. Потом пришло время, я как-то смог отдать это Господу. Ну, произошло это-то. Ну, вот так вот случилось в жизни. И что теперь? Ну, как бы всю жизнь в этом находиться, там, в осуждении, в обвинении самого себя. Ну, надо как-то решить. Я говорю, Господь, я отдаю тебе ее. Я общаюсь с ней, мы встречаемся. Но это уже не так сильно, там, знаешь, тревожит как-то мое сердце. То есть, смотрите, мы настолько привязываемся к земным вещам, к людям, что до ужаса боимся расстаться. Вот до ужаса боимся расстаться. Один брат, помню, купил машину. Камри. И только купил ее там. Неделю он ездил на ней. И вот в Зминку, в общем, мы приехали. Он поставил ее там у источника. Там, кто знает, это где-то 2 километра от берега, где надо переправляться на другую сторону, на лодке. И вот, короче, он в день, пока в Зминке был, он 5 раз... сгонял на источник посмотреть свою Камри. Что там с ней, случилось или не случилось? Ну просто. И вот представь, это его счастье было. Я думаю, если что-то бы с ней случилось, у него бы и там сразу сердце, разрыв произошел. По-любому, так бы и было. Нам необходимо понять, что Бог хочет привязать нас к себе больше, чем мы привязываемся к другим вещам. Вот о чем говорит здесь апостол Павел. Бог хочет привязать нас к себе больше, чем мы можем привязаться к каким-то другим земным вещам. И у него есть на это причины. У меня будет 3 тезиса, на котором строю, вот какие причины у Бога. Первое. Когда ты сердцем не привязан к земному, только тогда ты способен любить, безусловно, Бога и людей. Когда сердце твое не привязано к чему-то земному, а к Богу, только тогда, безусловно, безо всяких условий, ты можешь любить Бога и можешь любить людей. Вот представьте, с моей женой, мы 9 лет женаты, 9. И она меня много раз обижала, очень много. Ну и я ее тоже, да. Но речь сейчас обо мне идет, не о ней. И раны, и обиды, которые были, может быть, 9 лет назад, они долгое время меня тревожили.
Ну, знаешь, вроде ничего-ничего, потом раз что-то, и всплывает. Какая-то обида, которая давно произошла, вообще еще что-то. Вы, ну, как бы знаете, что обычно мы получаем раны от самых близких людей, правда? От тех, кто... Вот, как-то он, может быть, не хотел ничего, но ты раз что-то и обиделся. И я так подумал, почему так? Почему вот так? А потому что свое счастье я связывал с ней. И если что-то не так идет там в семье, как-то она не так себя ведет, как я бы хотел, я чувствовал себя несчастным. Потому что свое счастье здесь на земле я связывал с ней, с моей женой. Если как-то, если в семье все хорошо, я порхаю, все здорово. Если какое-то напряжение возникло, все, я несчастный человек. У меня все плохо, у меня все из рук валится, мне ничего не охота. Я задумался. Так счастье-то не должно быть привязано к земному. Не должно привязано быть счастье, даже если это твоя жена или твой муж. Вот об этом Павел говорит. Не привязывай свое счастье к жене, к мужу, к детям, к машине, к квартире, к работе, к бизнесу. Не привязывай к этому свое счастье. Если мое счастье привязано к Богу, то я способен любить свою жену без всяких условий. Если мое счастье привязано туда, Бог никуда не денется, это гарант твоего счастья. Если у тебя туда закинут якорь, если ты там заякорен, то что бы ни происходило здесь, оно на тебя никак не влияет, ты единственное, что можешь, просто дарить любовь людям. Потому что источник счастья, он там, источник любви там, и ты там заякорен, ты там свое счастье, ты связан с небесами. Ты связан с вечностью. Ты не связан ни с чем земным. И сейчас, знаете, я могу любить жену без всяких условий. Вот не важно, что происходит. Это вот я серьезно говорю. Не важно там как, там еще что-то. Я могу, бывает там, знаешь, там подобидишься, что-то еще. Ну так-то резко ты думаешь, ну что ты. Я говорю, семья, жена. Вот люблю и все. Просто потому, что не потому, что она что-то там делает то или то, а просто я выбрал ее из 4 миллиардов. У меня было 4 миллиарда претенденток. Я выбрал ее. И она моя жена. И все. Поэтому я просто ее люблю вот только поэтому. Не из-за того, что она что-то делает или не делает. Не из-за того, как она себя ведет или не ведет. Не из-за того, как она ответила или не ответила. А просто люблю ее, потому что она моя жена, и я ее выбрал. И знаете, это, я не знаю, как это передать. Я правда выбирал слова. Мне хочется, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Если твое счастье привязано к Богу, то я способен любить без всяких условий. Без всяких условий. Как, вот ты такая, ты не такая, ты исправься, тогда все будет нормально. Ты меня обидела, ты меня не обидела. И ты мучаешься в этом. Может быть, твое счастье сейчас привязано вот сюда, к земному, к каким-то земным вещам. А он говорит, время коротко, это все пройдет. И счастье пройдет. И если ты здесь на земле не научился привязывать свое счастье к Богу, то тебе сложно будет потом Богу в глаза посмотреть. Потому что ты поймешь, когда стрелки на часах остановятся, что все, что было, это не важно вообще. Это пар, являющий навалое время. И если твой супруг любит Бога больше, чем тебя, ты никогда не будешь иметь недостаток в любви. Это откровение, друзья. Если моя жена любит Бога больше, чем меня, я никогда не останусь необделенным. Она там эту любовь будет черпать и будет давать мне. И поэтому, когда женится или выходит замуж, вот надо на что смотреть. Что важно для него? Вот когда, например, дружит там сестра с братом, сестра ему говорит, слушай, пойдем в кино. Он говорит, я не могу, у меня домашняя группа. Он говорит, ну отмени домашнюю группу, пойдем в кино вдвоем, так хорошо у меня получается. Он говорит, нет, ты не поняла, у меня домашняя группа. Я должен быть на домашней группе. Я знаю, что Богу хочется, чтобы я там был. И вот здесь можно обидеться, сказать, как так, ты даже не можешь ради меня домашнюю.
А мудрая женщина скажет: так, вот за этого я замуж выйду. Потому что это серьезный человек. Потому что у него есть принципы жизненные. И если твой супруг... Вот почему-то брат один рассказал, как говорит, я выбрал жену. Я смотрел в церкви на сестер, которые закрывают глаза во время молитвы. И говорит, я так выбирал жену. И это сильное откровение, что надо выбрать того человека, который любит Бога. И тогда ты не будешь несчастен с ним никогда. Всегда будет счастье твое. Один брат рассказывал тоже историю такую. Приехал он, в общем, на Кубу. Не на Кубу. Ну, неважно, какую-то страну, ну, не очень богатую. И там, в общем, встречает его там в аэропорту машина, какой-то Кадиллак там 47-го года. Весь там блестит просто, вот как будто только с конвейера. Диски новые, руль кожаный, салон, обивка там. Ну все, хром там везде, как будто вот только. Ему больше 50 лет этой машине, она как новая. А он говорит, я с женой сажусь, еду и задаю вопрос ему. А как так-то? Почему в таком виде машина? Да вы так за ней... Вы, говорит, знаете, мне эта машина досталась от моего деда. У нас здесь вот в стране нет возможности купить машину еще. И поэтому я знаю, что я никогда не куплю машину больше. Я буду заботиться об этой машине для того, чтобы ездить на ней всю свою жизнь. И потом я передам ее своим детям. Ну, говорит, дальше едем, я так подумал, ну, круто. Поэтому, говорит, я меняю поршневые, если застучали там. Краска сдерлась, я подлакировал. Там еще что-то прожглось, я там перетянул. И я на ней всю жизнь свою буду ездить. Ну, говорит, так дальше едем. И он, водитель, спрашивает, ну, это что, жена твоя? Он говорит, да, жена. Какая? Он говорит, в смысле? Ну, какая по счету? Он говорит, ну, как бы первая, а вообще одна. Он говорит, а у меня пятая уже. Я обычно, знаешь, женюсь там на ком-то. Что-то не нравится, я что-то провинилось там. Я, знаете, анекдот такой. Один это мужик. А, ну, в общем, такая семья. И все у них, в общем, круто. И прожили они 70 лет, ни разу не поссорились. И корреспонденты приехали к ним, спрашивают, в чем секрет? Почему вы, ну как, так прожили, никогда не ссорились? У нее, у жены спрашивают. Она говорит, он когда меня, а там семья Кавказ, да, там выкрадывают невест. Он выкрадывает, он говорит, выкрал меня, когда на коне вез меня на лошади к себе домой. И кобыла, говорит, запнулась. Он сказал кобыле раз. Потом дальше едем, она запнулась второй раз. И он ее застрелил. Она говорит, ну а при чем тут это, когда, причем, почему вы не ссоришься никогда? Просто один раз уже у меня было. Просто раз у меня уже было. Ну как, ну это просто, еще к чему рассказал, ну так посмеяться. И вот это тоже, он говорит, у меня не понравилось, я ее убрал, вот сейчас пятая у меня жена. Он говорит, знаешь, этот брат ему говорит, слушай, я вот отношусь к жене своей, так же, как ты с машиной, к машине своей относишься. Она у меня одна и на всю жизнь. И я буду ездить на ней, пока вот не помру. Поэтому, если поршневая застучала, я ее меняю. Если лак окрасочный покрытие, я ее полирую. Потому что мне на ней ездить всю жизнь. Он так на него смотрит. А вот с машинами я поступаю так же, как ты с женами. Застучало, поменял, застучало, сломалось, поменял. А жена у меня одна. Просто интересная история. У меня, друзья, сейчас другая проблема. Вот я уже сказал о том, что я молился о церкви. Я, знаете, не могу себя так чувствовать, так же по отношению к церкви. Я не знаю, что это ответственность или еще что-то. То есть очень влияют на меня ситуации, происходящие здесь. Очень влияет, когда что-то идет не так, не по плану, когда какой-то сбой, когда люди ссорятся, там, обижаются. Я сильно переживаю. Вот недавно читали, мы, последняя домашняя группа была, история про Иисуса, про Марию, про Марфу. Что приходит Иисус в гости,
Мария, Марфе. Мария, бац, у его ног села, а Марфа пошла суетиться, надо же Иисуса накормить, там еще что-то. И потом Марфа приткнулась, говорит, а что тут она сидит, а я тут работаю, что-то делаю. Почему? Вот Иисус говорит, ты, говорит, не понимаешь вообще. Ты не понимаешь. И вот я так, мы так размышляли, думаешь, ну вот как бы я себя повел на месте вот этих сестер? Ну представь, тебе приходят в гости, ну кто? Давай, я покажу, к тебе в гости. Прихожу такой с дороги, уставший, сел такой на диван. А ты раз возле ног моих сел и сидишь. Слушай, а я есть хочу. Я бы помолчал, часок-два. Потом думаю, что ты сидишь-то? Иди что-нибудь приготовишь же, да? И нам вот Марфу на самом деле понять-то проще. А Мария вообще не заморачивалась. Голодный он, не голодный. Чего он там с дороги? Ну, сынок сел и сидит. Хорошо и там. И мы все говорим, вот Марфа какая плохая. Я думаю, мы сами так же поступили, как эта Марфа. И вот у меня вот такое тоже состояние порой, как эта Марфа. Это я вот облечился прям на группе. Что я как-то, ну, почему-то на себя все взвалил, вот эту ответственность, там, с прославлением что-то, надо там что-то делать, там, домашки что-то делать, поссорились что-то, и я вот суечусь. И мне Бог прям сказал, подожди, тебе одно лишь нужно, тебе я нужен. Почему ты решил, что ты сам что-то можешь делать в церкви? Представь, мне Бог так говорит. Почему ты решил, что ты можешь сам вот тут это все решить? Ты пойми, он мне говорит, церковь, она не твоя, она моя. Бог говорит, церковь моя. И я дал тебе ее на время. Придет время, и у тебя ее не будет. Я имею в виду от церкви поместной. И я прикладываю людей в церкви. И я раздаю дары. И я это все. Почему ты переживаешь об этом постоянно? Как будто ты тут главный. Я так облечился, думаю, вот это, как будто, Бог мне говорит, как будто ты тут главный, а я-то где? И на самом деле иногда пытаешься там что-то там исправить своими силами, как-то наладить, лишь бы все вот как-то функционировало, работало. Но как-то сам это делаешь, без Бога. Я прям сильно облечился. Мы помним, Иисус сидел с учениками. Он сидел с учениками, он их учил. Ему говорят, мама твоя пришла, помните? А он сидит, даже не шелохнулся. Он говорит, вот они, кто слушает слово мое, те матери, братья мои. Помните? Обидно для матери. Скажите вот так вот, для матери обидно. Сын так сказал. Но он ее не любил разве? Он ее очень любил. На кресте, когда он висел, он сказал своему ученику, это матерь теперь твоя, заботься о ней. Он очень любил свою мать. Но Отца Небесного он любил больше. Привязанность к вечности у него была больше и важнее, чем к земному. Помните историю, когда ученики его оставили? Ну, вот он ходили, потом он начал рассказывать, что про кровь свою, что ему надо умереть, там еще что-то. Некоторые покрутили пальцем у виска и просто отошли от него. Остались 12. Он говорит, а что вы-то не идете? Ну, идите тоже. И я вижу вот в его поведении, в его словах, у него не было никакой депрессии, что от него ушли люди. У него не было никакого стресса, никакого расстройства. Ну, ушли да ушли. Сколько их там было? 70 там или сколько? Никто не знает. 12 остались. Он говорит, ну, идите тоже, если хотите. Он говорит, мне-то что вообще? Вот я к вам не привязан. У меня есть Небесный Отец. Вы сейчас уйдете, Бог других даст. Я вижу, что он вообще не стрессует. Я думаю, а почему же я постоянно переживаю? Когда кто-то не перестал ходить в церковь, когда кто-то там впал в грех, вот когда кто-то там что-то делал, я думаю, почему же я так вот к этому... Знаете, люди привязываются к земному. И когда что-то теряют, они переживают. Сестра одна, пастор, мы поженились. Он сказал мне, что будет со мной до конца жизни. На следующий день сказал, что все, это конец. Что мне делать теперь? Как мне жить? Матфея 19:29. 19:29.
Еще одно местописание, такое вообще. «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Вот эти местописания всегда пугают как-то, да? Ну, что ж, как тут оставить? Каким-то сектантством каким-то попахивает. И знаешь, я всегда смотрел на этот стих как на выбор. Если родители против церкви, против Бога, выбирай Бога. Если твоя жена против Бога, выбирай Бога. Если твоя работа сегодня восстает против Бога, просто в церкви, там, как-то, выбирай Бога. Выбор Бога. То есть тут не говорится там, ну, может, где-то и Бог призывает кого-то оставить, чтобы куда-то что-то пойти. Но это говорится о том, что к чему ты привязан. Вот если будет выбор Бог и твоя привязанность, что ты выберешь? Что ты выберешь? И здесь Иисус говорит о самых дорогих вещах. Смотрите, дом, братья, сестры, отца, мать, жену, детей, земли. Ну, то есть все, что принадлежит тебе, недвижимость, все твои имущества, все твои связи с родными, с близкими. Он говорит, вот если ты сможешь ради меня, вот если придет выбор отказаться от этого, то ты наследуешь жизнь вечную и получишь во сто крат. И дальше местописание тоже, смотрите. К Римлянам, 6 глава, 3 стих. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившие во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Все, кто крещен водой, в смерть Его крестились». То есть мы говорим, что когда мы крестимся, мы умираем для мира, и, ну, как бы вместе с Иисусом, и воскресаем для Бога. Все, что Бог дал нам на время, с этим мы свое счастье связывать не сможем. Все, что Бог дал нам здесь, на этой земле, мы не можем связывать с этим свое счастье. И дальше 4 стих написано. «Итак мы погреблись с Ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленную жизнь. Если мы умерли для земного, то мы понимаем, что все здесь временно. Если для нас важно это Бог, если мы умерли для этого мира и воскресли для Него, то мы понимаем, что все здесь временно». Я посмотришь, Иисус освободил человека от наркотиков. От наркотиков. Представьте, в страшной зависимости. Умирал уже, весь гнил. Он потом дал ему семью, он дал детей, работу. Прошло время, и нет этого человека в церкви. Эти ситуации вот столько. Пришло время, и нет этого. Бог его, там чудеса явил в его жизни, все дал. Нет. Он живет без Бога, он впадает в грех, он проклинает Бога и проклинает церковь. И вроде Бог ему там все это дал, а у него благодарности даже нет. А другой смертельно заболел. Будучи в церкви, смертельно заболел. И на смертном одре говорит, как я благодарен Богу за все. Вот я прям видел таких людей, которые вот умирали, они знали, что все. Он говорит, как хорошо, что я его встретил. Сейчас мне умирать не страшно. Сейчас вот все, что было, это вообще вот не имеет никакого значения. Сейчас самое главное, что я с Богом. Вот одному Бог все дал, тот ушел, проклинает церковь. У другого Бог жизнь забирает, а тот благословляет Бога. От чего зависит? Почему? Потому что один привязался к Богу, а другой привязался к тому, что можно у Бога получить. Один молился за бизнес. Бог дал бизнес ему, а потом важнее бизнес стал, чем Бог. Это вообще сплошь и рядом. Никем был, тут Бог дал ему бизнес. Деньги пошли, хорошие. И тут он говорит, пастор, я не могу служить, у меня работы столько, извини, как бы. Думаешь, ну, что заставлять, что ли? Потом, да не могу я на домашние группы ходить, ты понимаешь, что у меня постоянно дела там. Ну, он смотришь, в церковь стал пропускать. По воскресеньям дела появились. И все, потом бац, и важнее, чем Бог стал. Важнее.
Знаешь, когда вот приходит такой выбор у тебя, что выбрать? Ну, если это от тебя зависит. Пойти заработать лишние там 2-3 тысячи в воскресенье или пойти в церковь. Вот здесь что-то решишь, что и определяет, с чем ты связываешь свое счастье. Вот то и определяет, с чем ты связываешь свое счастье. С 3000. Ты продал сейчас Богу за 3000. Я говорю о том, что если это от тебя зависит. Бывает, мы работаем на предприятиях, и там, ну, никак, график там или еще что-то. Но если ты осознанно выбираешь 3000 вместо посещения церкви, то ты продаешь Христа. Для тебя ценные деньги, 3000 ценнее. Мы им говорим, как Иуда мог продать Иисуса за 30 серебряников? Ты за 3000 только что продал. По-другому Бог дал бизнес, а тот еще больше служить стал. Бизнес растет. Он говорит, Бог, я так благодарен тебе. Я еще больше буду служить тебе. Я еще больше буду делать для тебя. Ты так меня благословляешь. И он выбирает, у него приоритеты правильные. Нам необходимо разорвать все душевные связи с земными. И пусть самая главная связь будет у нас с Богом. Вот она, самая главная. Женатый, как не женатый. Самая главная связь с Богом. Потому что все здесь на этой земле временно. Знаете, просто лучше нам самим это сделать. Вот просканировать свое сердце и самим принять решение. Да, вот это меня отвлекает от Бога. Вот это для меня стало сегодня ценнее, чем Бог. Чем ждать, когда Бог придет со своей ревностью и потрясет наше основание. А Он это делает. Он это делает. Он бывает так вот делает. Он говорит, я сейчас приду и потрясу тебя. И вот какое твое основание было, мы посмотрим. Если твое основание было семья, он говорит, я потрясу свою семью. Если работа, он говорит, я потрясу твою работу. Бог ревнитель, Бог. Он, ну, не может, что ты вроде клянешься ему в любви. Вот представь, как муж клянется жене в любви, а ходит налево. Вот в принципе, то же самое. Вот то же самое, абсолютно. И муж, когда узнает, говорит, я тебя потрясу сейчас. Посмотрим вообще, где твое основание. Вот так и же Бог, Он Бог ревнитель. И знаете, сегодня я хочу радоваться каждому моменту, проведенному вместе с вами. Каждому моменту, проведенному со своей семьей. Но я знаю, что когда-то по какой-то причине нам с вами придется всем расстаться. Вот здесь, на этом месте. Когда-то это произойдет. Но это будет... Никто не знает. Но это будет не навсегда. Будут небеса, где мы с вами все встретимся. Мы же верующие люди. Будет вечность, связанная с вечностью. Второй тезис. Если мы умрем для земных привязанностей, то легче будем переносить земные страдания. Если мы умрем для земных привязанностей, то легче будем переносить земные страдания. То есть, если мы с вами понимаем, что мы умерли для мира и воскресли, чтобы жить для Бога, тогда наша жизнь напрямую становится связана с вечностью. Тебя с работы сократили, а ты спокоен. Ты доверяешь Богу. Бог, меня с работы сократили, аллилуйя! С Царства Божьего меня никто не сократит. Никто никогда в жизни не сократит. У меня будет новая работа. Если мы умрем для земных привязанностей, то легче будем приносить земные страдания. И третий тезис. Чем больше наше счастье привязано к Богу, тем счастливее мы на земле. Вот чем больше твое сердце и твое счастье, твое основание, оно привязано к Богу, тем ты здесь будешь счастливее. Потому что наше счастье перестает зависеть от ситуации земных. Что бы ни происходило, есть деньги. Вот Павел говорит, у меня есть деньги, нет денег, да мне без разницы. Я могу и так жить, на меня это вообще никак не влияет. У меня есть сегодня где спать хорошо, нету, и ладно, на меня это никак не влияет. Сегодня я заболел, завтра я здоровый, на меня это никак не влияет. Потому что у меня есть Бог, и мое основание там, и мое счастье связано с Ним. Если мы связаны с небесами, то мы живем вечностью.
1 Петра, 1 глава, с 24 стиха. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. Слушай, наш цвет опадет рано или поздно. Как бы ты ни цвел, как бы ты хорошо сейчас не жил. Я не, опять же, знаешь, ну как бы, вы не поймите, я не говорю, что сейчас, а и нафиг нам это все надо, вот эти квартиры. Нет, это надо. Я говорю о том, к чему привязано твое сердце. Бог дал нам сейчас этот удел. Он дал нам детей. Нам сейчас надо вкладываться для того, чтобы они потом что-то могли иметь. Это нормально. Но чтобы это было не главным. Я вот о чем говорю. Наш цвет опадет рано или поздно. В гробу все одинаковые, друзья мои. Все в одинаковых костюмах. Без квартир, без машин, без жен, без мужей. Просто все одинаковые. Наш цвет как бы не цвел, опадет, но Слово Божье, оно проповедано на века. И у этого мира, знаешь, много богов, которые соблазняют поклоняться им. Это так желанно плоти. Вот много мест Писания есть, когда он говорит, если станешь служить другим богам, то умрешь. То есть ты в церковь пришел, ты Бога познал. Но со временем ты стал служить другим богам. Деньгам там. Семью тоже, знаешь, семью тоже можно сделать богом. Детей, там, работу, деньги. Учебу даже может быть. У кого что? Спорт. Когда ты выбираешь, например, на соревнования пойти. Или в церковь. Вот тут и вот, в общем, проявляется на... Ты кто вообще? Какому Богу ты поклоняешься? Такой афоризм интересный, я хочу сказать. Если ты умрешь для мира раньше, чем ты умрешь, тогда ты не умрешь. Если ты умрешь для мира раньше, чем ты умрешь, тогда ты не умрешь. Аминь. Если ты умрешь для мира раньше, чем ты умрешь, тогда ты не умрешь. Не привязывайся к земному, привязывайся к Слову Божьему. И в Писании написано, не видел того глаз и не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его. То есть мы с вами можем просто как через тусклое стекло смотреть, думать, что там будет. Вы просто не представляете, что ждет нас вечность. От этой неизвестности, может быть, поэтому мы сильно-то и не верим, что там как-то что-то будет лучше. Когда у верующих спрашиваешь, он говорит, нет, вот еще бы пожить. Мы поем песню «Иисус, приди, мы тебя ждем, забери нас себе домой». Подходишь, ты что, готов умереть? А Павел говорит, я готов вообще. Прямо сейчас бы ушел, но остаюсь здесь ради вот друзей своих. Не представляешь, что там вечность, там сюрприз. Представляешь, ты приходишь в вечность, а там сюрприз. Там все твои родители. Бабушки, дедушки, все твои родственники, они счастливы, они тебя встречают. Вот это сюрприз. И то, что было для нас важно тут, сразу станет неважным. Вот в момент, представьте, в момент, переход с времени в вечность, и стало неважно. Вообще неважно. И Павел говорит, время коротко. Подумай, к чему ты сегодня привязан? К небесам или к земному? Кстати, вот ролик. Олег, включи ролик. Небольшой ролик, посмотрим. Примерно вот он хорошо показывает то, о чем я говорил. Проехать в городском троллейбусе от одной остановки к другой? Кажется, все просто и понятно. Мы не особо обращаем внимание на то, есть ли в салоне мягкий диван или телевизор. Можно ли что-то покушать или где выспаться. Ведь мы понимаем, что мы здесь с проезда. И нам скоро выходить.
Мы не пытаемся определить собственную жилплощадь в троллейбусе или построить стены. Мы также не обустраиваем свой быт и уют. Почему? Потому что троллейбус – это не дом или квартира. Мы здесь всего лишь на полчаса, а может и меньше. Но как часто мы выглядим именно так, когда пытаемся устроить свою земную жизнь, забывая о вечности. Мы пришли в этот мир ни с чем и не можем ничего вынести. А цель нашей жизни как раз и состоит в том, чтобы подготовить себя к встрече с Богом. Сегодня Он ждет тебя, как Отец. Он отдал Своего Сына Иисуса за твои грехи, чтобы ты мог получить прощение и стать Его дитя. Не упусти свой шанс, ведь ты не знаешь, когда будет твоя остановка. Мы не знаем, когда будет наша остановка. И в чем смысл? Что смысл в том, что надо, конечно, все устраивать в жизни. Квартиры нужны, и машины нужны, и работу нужны, и в семье все надо устраивать. Это нормально. Но вопрос в том, что для тебя важнее. И вот в этот момент, час X для каждого из нас, будет определять, что важнее для нас. И Бог будет взвешивать нас. Каждого из нас. Бог положит нас на весы. Друзья, это чисто евангельская проповедь, такая вот новозаветная. Я, конечно, понимаю, что многие, наверное, и не приняли, и не поняли. Но если кто-то понял, это сильное откровение вообще. На самом деле сильное. Итак, три тезиса я хотел бы повторить. И мы будем собирать пожертвования. Прославление может выйти. Когда ты сердцем не привязан к земному, тогда ты способен безусловно любить. Второе. Если мы умрем для земных привязанностей, нам легче будет переносить страдания. И третье. Чем больше наше счастье привязано к Богу, чем счастливее мы на земле. Вот они три тезиса. Вот если вы ничего не запомнили, запомните хотя бы это. Это очень важно. Помолитесь.